называем. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна быть вновь принята в ГРГ-8. Об этом сообщили в пятницу агентство Bloomberg. В свою очередь агентство Рейтер сообщило, что Трамп высказался за присутствие России на саммите ГРГ-7. Президент клуба «Олимпос», по инициативе которого Хамоли стал спортивным директором Фенербахче, назвал его достойным футболистом. В рамках нашей долгосрочной перспективы мы сделали первый шаг для процветания Фенербахче, сказал коуч. В соцмедиа Хамоли, выразив желание повторить приступить к работе, написал: «Я очень рад присоединиться к этой семье и быть частью клуба со своей историей и традициями. Ранее на этом стадионе я наблюдал за многими матчами. Мне не терпится вновь увидеть реакцию болельщиков и атмосферу, которую они создают». Церемония подписания контракта и пресс-конференция Дениэла Хоуми состоится на стадионе «Альфер» 12 июня. Дорогие друзья, вы послушали «Абсолют советской печати». Газета «Хабар-Тюрк» в статье под заголовком «Чавушоглу мы приостановили действие соглашения о реальности Греции» сообщает о том, что министр национальной политики Меди Чавушоглу выступил на заседании в Анталии съезда местных медиа. Отвечая на вопрос об экстрадиции путчистов из Греции, Чавушоглу сказал, что Just indications. وزير الدين تيجي طبعا كذلك جبوتي وانا حكم بره وشوف عطيك فايدة
Here are the signals from you. Thank you.